Вовка Корепа замерзал. Вот уже почти полчаса, как он провалился в промоину около берега, оставшуюся незаметной в вечерней мгле на реке, которую он переходил не раз и не два. А сегодня решил добраться до деревеньки, не попадаясь на глаза местным жителям. И причина для этого была более чем серьезная. Еще вчера Вовка договорился со знакомым сторожем из Дома пионеров и взял у того костюм Деда Мороза. Он получился собранным из нескольких. Синяя шуба, бордовая с белой меховой оторочкой шапка и расшитые золотой нитью валенки. Все большое, тяжелое, но главное – настоящее Дед Морозовское. А как же иначе? Ведь подарок ребенку, загадавшему его на Рождество, должен быть доставлен только настоящим Дедом Морозом, да так, чтобы никто не видел. И тут такая незадача. Не заметил полынью. И теперь весь окоченевший и не могущий скинуть тяжелое одеяние, замерзал Вовка и даже понимал уже, что не выкарабкается. Хотя мог бы, летя в воду, перекинуть поперек промоины лыжи, что приготовил в подарок Саньке, которому так стремился, но понимал, сломаются они и останется паренек без рождественского чуда. С Санькой познакомился он прошлым летом, когда приехал на заработки в эту деревушку, где помогал людям перекладывать печи, ремонтировать трубы, да и просто по хозяйству что-нибудь делать, получая за работу совсем немного денег. После зоны особенно ты и не разгуляешься. На производство не берут, гонят отовсюду. Вот и пришлось обучиться ремеслу, как и его отец, класть печи. Пригодилось вот теперь. Тогда одна женщина попросила в ее доме плиту на кухне посмотреть. Дымило-то, тяги в трубе не было. Вовка полдня потерял, пока все исправил. Сажа весь испачкался и пошел на речку вымыться. Вот там и увидел Саньку. Сидел мальчик лет 9 на берегу и смотрел на воду, а веточка что-то там рисовал на песке. Белобрысый, с голубыми глазами. Тогда Вовка и не заметил, что они у паренька, как и у самого Вовки, косяк. А еще одна ручка ущербная. Не было на ней трех пальцев. «Ты что тут делаешь?» «На воду смотрю, а вы?» Вымыться пришел. Испачкался весь, пока работал. А я тоже люблю на воду смотреть. Можно вместе с тобой посижу? Вон, видишь, по воде водомерка бежит. И не тонет. А почему она не тонет? А у нее на ножках маленькие такие лыжи есть. Она на них опирается, потому и не тонет, фантазировал Коряпа. А откуда у водомерки такие лыжи? Санька повернул к Вовке свою личико. Может, из космоса? Конечно, из космоса нашелся Вовка. Там даже целое созвездие есть. Водомерка. Так и называется. Оттуда они на Землю прилетают и здесь живут все лето. А потом назад, где счастливо проводят всю зиму. Вот бы мне такие лыжи. Со вздохом мечтает мальчик. Я бы тоже тогда смог научиться и плавать, и по снегу на них бегать. А ты напиши письмо Деду Морозу или Санта-Клаусу на Рождество. Они тебе обязательно помогут, вот увидишь. Да я уже много раз им писал. Но бабушка говорит, что нет у Деда Мороза лишних денег мне на подарки. И так на жизнь не хватает. А родители от меня еще в роддоме отказались. А ты все-таки попробуй. Тебя, кстати, как зовут-то? Санька, а вас? Дядя Вова. У меня тоже родителей давно нет. Я деддомовский. И тоже очень любил в детстве у воды сидеть. Даже в этом же месте. А что ты тут нарисовал? Водомерку. Очень здорово у тебя она получилась. Бабушка говорит, что у меня только это и есть в жизни. Рисовать умею. А я вас видел. Это вы у нас печку чините. Почувствовал тут Владимир Коряпин, что неспроста встреча эта произошла. Как будто себя увидел из детства своего. И стал после этого он заглядывать в деревушку к бабушке с внуком. То дров поможет им наколоть, то баньку истопит. Осенью за грибами и ягодами с мальчиком сходит в лес, благо до него рукой подать. Так и прикипел всей душой к этому маленькому калеке. Жалел его и помогал всячески.
а на Рождество решил сделать подарок – лыжи волшебные. Денег полгода на них откладывал, сам не доедал, но твердо решил, что поможет сбыться мечте мальчика. И тут такая незадача – провалился в речку, и сил уже выбраться нет никаких. Пробовал скинуть тяжелые валенки, а их, как назло, привязал к ногам веревкой, чтобы не спадали. Да и шуба Дед Морозовская намокла, тянула ко дну. Вспомнилось детство. Большая семья. Братья, сестры, мать и отец. Все веселые. Куда-то в гости идут. Больше ничего. Маленький был, когда у пьющих родителей его в реабилитационный центр забрали. Дали возможность опомниться, но те не исправились. И поехал Вовка по интернатам и детдомам. А маме позже узнал, что отец по пьяни зарубил топором. Потом его самого тоже убили. Младшую сестру в 11 лет изнасиловал маньяк. Не выдержала девочка, повесилась. Остались где-то еще братья и сестры. Да те не хотят общаться с бывшим уголовником. Ни у кого у Коряпа в жизни не было. Только один маленький дружок, Санька. Да похоже, и к тому уже не попасть. А ведь так хотел Владимир стать настоящим волшебником, Санта-Клаусом, радость дарить людям, которой самому так всю жизнь не хватало. Ближе к вечеру заметили люди, что на реке в полынье лежит что-то яркое. Подошли и увидели. Примерз к краю промоины мужчина в костюме Деда Мороза. Так и вырубали его вместе со льдом. А лыжи, что лежали поблизости, отнесли Саньке. Поняли, для кого они. На них было корявым почерком написано: «Саньки от Санты-Клауса, волшебные». Ничего не сказали пареньку. Просто передали подарок и ушли. А он как будто видел все. Заплакал, закапризничал, схватил шапку, накинул пальтишко и выбежал из дома. Бабушка не успела остановить. Потом деревенские долго искали в потемках мальчика. Обнаружили у проруби, где замерз Вовка, только шапочку паренька. На снегу рисунок. Водомерка с маленькими лыжами на лапках. А когда заглядывали в полынью, искали тело мальчика, шаря по дну реки палкой. Одной женщине причудилось, будто в воде на секунду появилось отражение обнявшихся белобрысых мужчины и мальчика. Со счастливыми лицами, смотрящими куда-то в небо, туда, где в далекой выси бежит среди звезд космическая водомерка. А Вовка очнулся. Очнулся уже в больнице. Понял, поглядев на свои руки, что лишился всех пальцев на кистях. Ноги тоже были перебинтованы выше колен. Сердобольная нянечка рассказала про мальчика. И тут завыл Коряпа, как и не выл еще никогда в жизни. Выл громко и долго, как волк, пойманный в капкан. Рычал, старался сорваться с больничной койки, к которой его привязали. А ночью смотрел за решеченное окно палаты, и чудилось ему, что там, в черной вышине, бежит космическая водомерка на своих маленьких лыжах. А следом догоняет ее Сашка. Только его лыжи остались где-то внизу, брошенные на берегу деревенской речки. А над миром плыла ночь. Удушливым смрадом хватала за горло ворочавшегося во сне зэка, давила кошмаром жуткого сна, не отпускала из цепких своих лап и не давала опомниться, явь это или только причудилось все. Просыпался в лихорядке Коряпа вот уже который раз, смотря историю про мальчика Сашку. Протирал лицо от липко-уксусного пота и сквозь невольно текущие слезы про себя давал клятву оставаться, несмотря ни на что, человеком. Пусть калекой, пусть изгоем, но только человеком, кому-то нужно. Для этого вот придуманного Сашки, пацана из его несостоявшегося детства, его самого, верящего в сказку, доброту и любовь, и волшебную водомерку.